другой стороны. Короче, это неправильно. Откуда командир? Ну да, ну он не зашел. Заходить. Да, передал потом. Ну, кубаты купили за 1500. Старый. А что ж ездил старый, все нормально. Я не знаю, все нормально, все это самое, настроено. Потом я не зайду. Паша говорит, что это, ну, что Надик умер. Света, зайка, тебе не надо туда идти, поверь, зай. Это только начало, тебе еще внуки, дети есть. Так, Света, оказывается, с БТРа, да, выпрыгнули, бежали в блиндаж. Там Урала не было. А просто знаешь, что мне сказал, только не в передачу. Значит, он шернулся, блядь, и его, наверное, наказали. Он же не штурмовик, он же, ну, шофер. Павлик, знаешь, что говорит? Павлик, ты не поверишь. Мы долбаны покуривались вчера. Они глаза, говорит, у них это самое, они, какие-то кролики, зайчики, сода, что за сода, его знает. И Паша тащил. А я говорю, Паша, а как, я его тащил? Так он, блядь, на украинскую позицию пошел. А он идет в другую сторону, посадку, ну, до этих долбанов.